На строительство детских садов в Казахстане необходимо дополнительно направить 20 миллиардов тенге. Такое вот поручение правительству дал Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня с ежегодным посланием. Он отметил, что акимы должны активно заняться привлечением частного сектора в эту сферу. Кроме того, в стране еще много школ и в аварийном состоянии. В некоторых учебных заведениях обучаются в 3 смены. Предусмотренные в бюджете средства не позволяют решить эту проблему. Поэтому выделят дополнительное финансирование в размере 70 миллиардов тенге. Высшие учебные заведения, по словам президента, должны готовить кадры, необходимые для индустриализации страны. Определены 10 университетов, которые будут обучать специалистов для различных отраслей промышленности. На формирование материально-технической базы этих вузов дополнительно выделят до 10 миллиардов тенге. При этом каждый регион будет заниматься отдельной сферой промышленности. На юге надо готовить кадры для химической промышленности. На западе для нефтяной промышленности, для металлургии, индустрии на востоке. То есть эти вузы, кроме того, что они становятся научными центрами, еще будут профильно готовить кадры для экономики, для индустриализации. Поручаю формировать материально-техническую базу этих учебных заведений, направив на эти цели до 10 миллиардов тенге до 2017 года.